В ногу со временем дагестанские пенсионеры осваивают компьютерные технологии. На специальных курсах людей старшего поколения обучают основным программам пользования интернетом и рассказывают о возможностях всемирной паутины. Организованы тренинги Союзом пенсионеров республики при поддержке регионального отделения пенсионного фонда. За 2 года, что работает программа, курса прошли уже более 3000 граждан. По словам пенсионеров, умение пользоваться компьютером им нужно для получения новой полезной информации, общения с родственниками, которые живут за пределами республики, или просто для развлечения. Интернет – окно в мир. Ты покупаешь и билеты, кино, самолет, поезд, куда что хочешь. Можешь связаться с любым министерством, с любыми производственными процессами и записать электронной почтой и все, что хочешь. Пенсионеру необходимо идти в отделение пенсионного фонда или клиентскую службу, отпадает, если обучиться навыкам пользования интернетом. Да? Поскольку у нас внедрены электронные сервисы, кабинет застрахованного лица, куда он может спокойно войти, этому ему обучают. Он может узнать все законодательные изменения, сколько у него пенсии и вообще подать любые заявления, необходимые документы непосредственно в личный кабинет застрахованного лица.